Саламатсыңарбы баарыңарга. Бүгүн биздин экинчи жумабыз башталат. Бул экинчи жумада биз өзүбүз жөнүндө сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Эң башынан өзүңөр жөнүндө сүйлөгөндү билсеңер, анан диалогко өтсөңөр болот да. Жакшы чоң диалогторго кылсаңар болот. Мы будем на этой неделе концентрироваться о разговорах о себе, да? То есть самое главное, вот в любом интервью или в разговоре с другими людьми вы же должны рассказывать о себе, правильно? Так, на этой неделе мы будем концентрироваться на том, как рассказать о себе, да? Окей, значит, поехали. Во-первых, да, чтобы вы разговаривали вообще на английском, почему у вас идет диалоги? Почему у вас идут диалоги? Потому что вам нужно разговаривать на английском каждый день. Да? Speak English every day. Speak English every day. Work on your pronunciation. 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 Что это значит pronunciation? Pronunciation – это значит произношение, да? Pronunciation. Work – это значит работать над своей, над своим произношением, да? Work on your pronunciation, да? Как вы работаете с pronunciation? Я вам оставлю мой TikTok, на который я вас призываю подписаться, где я буду концентрироваться именно на чтении. Правильно вы будете читать, неправильно вы будете читать, но вам обязательно нужно работать над произношением. Это нелегкая работа, но, поверьте мне, это помогает именно вот быть своим среди чужих, сказать, да? Вот. Expand your vocabulary. Что значит expand? Expand – расширять. Your vocabulary – ваш словарный запас, да? Vocabulary – это значит словарь. Значит, we speak English every day. We work on our pronunciation. We expand our vocabulary. We read an English book. We listen to English music and sing. Так, видите, вот здесь вот я использовала work on our pronunciation. Our – это значит наше. Если я вам говорю work on your pronunciation, работайте над своим произношением, да? То есть над твоим, над вашим, да? Your. Our – это значит над нашим произношением. Expand your vocabulary. Обязательно нужно read and English books. Нужно читать, 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 читать. Вот как раз на моем ТикТоке мы будем концентрироваться на чтении. Да? Listen to English music. Почему? Потому что музыка и вот пение, да, помогает вам не думать о грамматики, а вы просто поете, да? Почему вы запоминаете слова музыки или известных песен? Потому что вы его слушаете каждый день. Хотите вы того или нет, вы будете петь only you, да? То есть у вас включается другой тип памяти. Поэтому слушать музыку и обязательно петь. Listen to English music and sing, значит петь, a song, песню. Sing a song.
Поехали дальше. Так, вам нужно будет на конспекте написать my name, да, вот all about me, это значит все обо мне. Да? Это такой, такая маленькая форма. Перепишите его, поставьте, может быть, на 100 видео и напишите all about me, да, все обо мне. Пишите name, age, country, age это значит возраст, да? Country это страна, где вы родились и живете, да? Birthday, день рождения, да, то есть happy birthday, я думаю, что все знают, да? My hobbies. Я вчера, по-моему, сделала пост. Вчера это значит, наверное, так, 17 апреля. У меня был сторис обо мне, и я написала my hobbies. Да? Хобби это не то, что вы пишете I like reading books, I like там что-то более креативное напишите. Но у вас же есть реально вещи, которыми вы интересуетесь. Да? Может быть, это будут новые технологии, да? Может быть, это будет, я не знаю, садоводство, может это, но хобби, у меня хобби, я могу насчитать 20-25, да? Насчитайте вы тоже, почему это важно, потому что когда вы говорите о себе, да, вот то, что вы рассказываете, вы должны рассказывать сочно, мощно, интересно, да, чтобы люди были такие вау. Да? Поэтому, ребят, не стесняйтесь говорить о себе, хорошо? Расскажите вот реально, чем. Это может быть совсем другое, не то, что мне нравится, кому-то другому нравится, да, но это должно быть уникально, да. Не просто банально, I like reading books, I like watching movies, да, и так далее. Расскажите, почему вам нравятся такие книги? Какие книги вам нравится читать? Почему вам нравится читать? Что вы от этого получаете для себя, да? То есть, если вы не знаете, как написать это на английском, ничего страшного. Artificial intelligence, да, там искусственный интеллект вам в помощь, да, у вас есть Google, у вас есть DeepL, у вас есть уйма инструментов, которые вы можете использовать. Поехали дальше. Какие-то смешные ситуации о вас, да, fun facts about me. Fun facts – это смешные факты, да, то есть что-то, что у вас заставляет улыбнуться, вспомнив об этом, да? Подумайте. Это очень будет интересно добавить потом, когда мы будем говорить о вас. My favorite, мои любимые, да? Мои предпочтительные. Color, цвет. Food, еда. Pet, домашнее животное. Если у вас их несколько, pets, потому что в конце добавляется s во множественном числе. Music, movie, season. Так, music, наверное, все знают, музыка, да? Movie, у кого есть iPhone, iMovie, у вас, вы его знаете, да? Значит, movie – это кино. Season – сезон. Видите, все похоже. Place – место. Sports или sport, да? Один спорт или sports. Subject, какая-то любимая тема, которую вы предпочитаете разговаривать. Я не знаю, например, мне нравится разговаривать о саморазвитии. Да? Self-development, да? Или любое. То есть, какая тема вам интересна? When I'll speak English, I want to. Что это значит? When, когда
Я буду, да, помните, I will, укоротительная форма, I, апостроф 2L. I'll будет на английском. I'll speak English, да, буду разговаривать на английском. I want to, я хотела бы, я хотел бы, потому что на английском языке нет родов, да, то есть английский язык до такой степени легкий по сравнению с кыргызским, с русским языком или с каким-либо другим языком. Хорошо? Так, дальше. Я вам здесь сделала другую форму. Например, let's get to know you, да? Мы уже сказали, что name, age, country, movie, book, game, да, это игра. Это что-то новое, да, game. Subject тоже. Но здесь я бы вас попросила поставить, например, 5 звезд, если вы визуально воспринимаете. То есть у каждого из нас есть свой метод обучения, изучения чего-либо. Я, например, auditory. Auditory – это значит человек, который слушает, да, и запоминает. Visual – человек, который смотрит и запоминает в основном, да? Может быть, у вас в классах очень хорошая память. Как вы можете узнать? Даже вот как вы воспринимаете информацию, да? Подумайте. Может, вы об этом никогда не думали, да? Вы визуал, вы слушатель или же kinesthetic. Kinesthetic – это все, что касается того, что вы пробуете руками, там, то есть тактильное, да, тактильное. В этом случае это очень много нужно писать, очень много практиковать, да. Но я бы вам посоветовала миксировать вот эти вот три скилла, потому что у нас они все работают. Ну, у кого-то что-то лучше работает, у кого-то что-то хуже работает. Секрет изучения любого языка – это использование всех способов изучения, да? То есть, если вы больше визуал, ну, в этом случае вы не только просто смотрите, да, и запоминаете, нет. Вам нужно писать, слушать и смотреть, да? Потому что если вы визуально вспоминаете на 50% лучше, да, может быть, слушание вам даст 5%, а kinesthetic вам даст 10%, у вас уже 65% больше возможности научиться, чем 50. Что лучше, 50 или 65? Поэтому здесь цифра абсолютно никакого значения не имеет, друзья. Вам нужно использовать все три вида памяти. Таким образом, вы усиливаете ваши способности запоминать. Да? Очень важно, your teacher, да, это я, Лиза. What can I do to help you learn? Здесь я имею в виду what, что. Can I do? Могу сделать. To help you learn. To help you learn. Что я могу сделать, чтобы вам помочь изучить, да, учиться английскому? Напишите об этом ваши мысли. Хорошо? What would you like me? Что вы хотели бы, чтобы я знала to know about you, о вас? Да? Тоже пишем здесь. Какие ваши сильные стороны в изучении? Да? Пишите, кроме памяти. Что вам не хватает? Ваши слабости. Your weaknesses. Слово weak – это значит слабый. Strong – это значит сильный.
Видите, все равно корень идет от основного слова, да? Weaknesses, да? Слабости. Вот ness, да, оно используется, чтобы в основном, когда, например, well, это значит хороший, да? Wellness. Это значит чувствовать себя хорошо, да? Поэтому, если вы посмотрите, wellness spa, да, очень много используют. Spa для здоровья, да? То есть ness используется, чтобы слово перевести в наречие, да? Например, weakness – это характер, который вас описывает. Trends, wellness, secrets of wellness, да, секреты хорошего здоровья, да, то есть wellness, weakness, trends и так далее, да, но это мы пройдем обязательно. Так, идем дальше. Теперь about me, about me. На следующем видео мы будем писать обо мне, да, то есть вот все вот эти вот вопросы, да, на которые вы ответили, мы будем использовать, чтобы написать историю о вас, да, about me, обо мне, да. Здесь будем писать как бы историю, то есть вы не будете говорить name Айтолгон, но вы будете говорить my name is Айтолгон. I'm 15 years old. Да? I study in the high school и так далее. Но это будет на следующем видео. Все, всем пока. До скорых встреч.